Вениамин Филимонов родился 26 мая 1938 года на станции Брянзино, ныне Ульяновская область, Чердаклинский район. В 1961 году окончил Челябинский политехнический институт. В 1961-1962 год работал на Челябинском металлургическом заводе мастером электростали-плавильного цеха. В 1962-1964 год работал инженером управления литейной промышленности Челябинской области. В 1964-195 году работал техническим инспектором Челябинского областного совета профсоюзов. В 1965 году Вениамин Александрович изменил свою судьбу, став актером. Учился он в театральной студии. В сезон 1965-1966 год он был артистом Челябинского театра юного зрителя. В 1966-1967 год артистом Челябинского драматического театра им. Горького. В 1967 году Филимонов переехал в Иркутск и стал актером Иркутского ТЮЗа. В 1972 году поступил в Щукинское училище на заочное отделение. Окончил его в 1976 году с красным дипломом, получив специальность театрального режиссера. В 1976-1977 год был артистом в Иркутском областном драматическом театре. Но в 1977 году вновь вернулся в ТЮЗ. Был ведущим актером Иркутского ТЮЗа. Первым в СССР в стране Вениамин Александрович осуществил постановку «Утиной охоты» А.В. Вампилова. Осуществил на сцене Иркутского ТЮЗа еще ряд постановок. Диапазон артиста был необычайно широк. С равным успехом ему давались и комедийные, и драматические роли. Роли интеллектуалов. Его удачи были отмечены не только в местной, но и в столичной прессе. В свободное время Вениамин Александрович много читал. Его интересовала философская литература и история русского крестьянства. Вениамин Филимонов трагически погиб 1 июля 2008 года.